Я пропоную, каб вы цяпер пачалі з перша, прыдумалі тэму сацыяльна-эканамічную, якую вы бы маглі бы нешта напісаць. Ну, зразумела, так? Гэта матэрыял, дарэчы, у мяне два. Излов и убийство бездомных животных. Материал это называется аналитический материал, так? В данном случае хотя бы один комментарий. Я не знаю, кто это должен быть. Может быть, это председатель этого общества бездомных животных. Комментарий должен быть обязательно. Без просов я в рейхенце. Вот. Ну и первым делом, то есть я приезжаю в город Рейхенце. Делаю апытанку жыхароў на конт... А як тэма называецца ўжо? А без прасоў яго рэчыцца. Ну, рэчыцца таго. Это глобальна. О. То есть робіцца апытанка жыхароў, якія там, хто там можа знайсці працу сябе, хто-то не можа знайсці працу, хто-то там наогул уже некалькі год пытаецца гэта зрабіць. То есть, ну, Лукашенко прагневіў Ачыпёвіцкага бога. Или Ачыпёвіцкі бог супраць декрэта аб тунеядцах. Вот. Никак, не радуйся, она погода, я не знаю. Вы журналисты опять радуются? И то, и то. After Effects, слушайте, и Speed Grey. Ладно, ладно. Я случайно кажу, почитай там палочки. На этой камере даже не видно. Я залез под стол. Подойди сюда, я должен становиться старинным. Это вот Алексей надо сказать. Давайте сделаем самый складанный момент. Я выйду на улицу, и у вас будет перапад света. Вот, например, я вам кажу, я зараз выхожу. Я в Беларуси, не навіта вот так. И, значит, я пошли кадр, как я ухожу. Вам треба его снять или не снять. Да, коли я зайду зараз вниз. А вы, ну, вы же пишете маленькие кадры, просто чтобы... Доброго года. Темнее было. Так, кто по-любому будет пояснять? Я доведался шмат про YouTube, да? Вот вельми были корыстные. С осветлением, особенно вот эта фишка с выбытыми, с лихтариками там, блакитным, да, за спиной, как додать объему. Вот это мне вельми сподобалось. Там было цікаво и корыстно, что самое важное. Была вельми цікава, например, Ирина парада на конт накладания сверху маски, каб забить чимсь реально те блоки, те секторы, которые, ну, ничего не записано. Многое как бы узнал. Были моменты, вот, ну, как бы там те же работа с цветом, то есть не все было понятно до этого. То есть, ну, довольно полезно и как бы, ну, почаще бы.